представляю новый сорт, который вот вывели совсем недавно, еще он у нас на испытании находится. Пока у него рабочее название барханы. Вот такой у него просто цвет, окрас листа, прям напоминает какой-то бархат, поэтому назвали его барханы. Соответственно, думаю, что при достаточном количестве солнца он будет вот такую яркую окраску то есть соблюдать. Если же у нас получается недостаток света, то у него появляется кайма. То есть на листочках идет кайма. Вот. Он сам кустится. То есть это без прищипок, без ничего. Он такой кустик формирует хороший. Будем дальше вот смотреть, наблюдать. Пока вот такой вот у нас.